Армавирская шахматная школа начала свою деятельность в 1995 году. В то время там занималось 230 учащихся, а педагогический коллектив состоял всего из 5 человек. Сейчас же, спустя 20 лет, в школе обучается более 1500 детей и подростков, а число преподавателей увеличилось до 27. Школа в Краснодарском крае на хорошем счету. У вас хорошие достижения, хорошие результаты. Но дорогу осилит идущий. Вперед, если будет у нас стимул и у коллектива, и у деток, и у родителей заниматься на результат, уверен, что результат еще будет выше. А мы, в свою очередь, будем в школе помогать. Градоначальник приехал в гости не с пустыми руками. И теперь холл школы украшает шахматный стол с фигурами ручной работы. Его доставили из города-побратима Армавира Республики Армения. Мы по праву можем гордиться своими достижениями, потому что наши дети, наши учащиеся становились призерами и победителями не только краевых, но и российских и мировых первенств и чемпионатов. Среди особых успехов воспитанников школы последних лет – два значительных достижения. Игорь Хмелевской занял второе место на первенстве мира по шахматам, а Максим Легкоступ стал победителем первенства Европы по шашкам. Коллектив и руководство учебного заведения уверены, что число чемпионов, которых среди учеников шахматной школы немало, с каждым годом будет только увеличиваться. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».